изменился. Ты интересный. Я не хочу, чтобы ты уезжал. У друзей кровь не пьют. А у кого тогда? Либо завтра родительский день, и он поедет домой. Ну что, кто-то готов взять Лагунова под опеку? Я готов. Не тронь. Стоп! Отойди от него. Он мой товарищ. Слышь, Валер. Нет. Ты знаешь, что там было? Я знаю, что я делал. Но все будто в тумане. Помню лишь то, что фигово повел себя с тобой.